Помните, я вам показывал? Вот оно. Вот оно то, что должно быть. И это должно быть везде и со мной. И если что-то случится, я попрошу, чтобы моя жена вот так вот сделала. Из стали выковала. Потом покрасила в желтый цвет. А здесь будет мое лицо. Потому что благодаря этому я все и заработал. Я заработал благодаря этому однокомнатную квартиру. Все свои машины я заработал благодаря этому кольцу. Трехкомнатную квартиру я практически благодаря ему заработал. И сейчас иногда в ломбард его сдаю. Но сегодня и сейчас, куда бы я сдал это место? В смысле, это кольцо. Я бы его сдал в ломбард по улице Каренина, 22. Потому что здесь супер и действительно низкие цены. А еще и благодаря тому, что у меня, как бы вам сказать, вторая группа инвалидности, потому что с головой тоже не все в порядке, было бы крайне мне необходимо оставить его здесь. Но поскольку мы вроде как пытаемся и пыхтимся, я вам скажу, что ломбард очень необходим. Особенно, когда у вас есть то, что когда-то стоило 1500 рублей, а сегодня уже стоит 9000. Да, этому кольцу уготована главная жизнь. Оно спасает меня в жестких условиях. Да, по сути, я не сильно выдаюсь из среды тех, кто может жить достойно, понимая только одно. Все то, что сделано, это экономия на себе. И ничего лишнего. Да, это поколение тех, кто из среды 70-х не спер себе ничего. Но потихоньку, все, одноклассники и однокашники, теперь уже владеют трехами и думают о доме. Было, конечно, это не так, как в Америке, ну да ладно. Но стимул отдавать свои, беря чужие. И это то самое кольцо. Теперь по сути событий. Переплата. Я посчитал. Всего 84 тысячи рублей за 14 лет. И смысл стал очевиден. Мы за кредиты свои платим больше и гораздо. Но золото – то, что нам нужно. Я золото не ем и вам не советую. Но по сути, золото решило все мои проблемы. Думаю, свое золото вместе с новым ломбардом решит и ваши. Я все-таки хотел бы людям объяснить, что у вас самая низкая процентная ставка в городе. И есть возможность даже издалека к вам приехать. Почему бы и нет? То есть, ну, есть люди в Башкирии, которым тоже денежки нужны. Почему бы и нет? Есть люди в Нагайбакском районе. Почему бы и не к вам приехать на Калинина 22? Есть люди в Агаповке. Да везде и всюду. Как бы это ни было бы для них доступно, ваши процентные ставки, сколько они? У нас самая низкая процентная ставка в городе 0,2-0,4%. 0,2% предоставляем пенсионерам, инвалидам, участникам боевых действий. То есть я как пенсионер могу к вам обратиться? Да, с предъявлением пенсионного удостоверения, конечно. Также мы предоставляем прекрасную возможность получить займ под залог драгметаллов на любую сумму, от 1000 до 500 тысяч рублей. В любое удобное для вас время, без очереди, с предъявлением всего лишь одного документа, удостоверяющего вашу личность. А если я, допустим, поехал, вот, я ехал в Турцию, да, посмотрел, там есть драгметалл, там 3/9, пожалуйста. Я понял, что почему бы и нет, зачем мне доллары, которые потом обесцениваются, зачем мне рубли, которые тоже обесцениваются, зачем мне Turkish lira, которые тоже обесцениваются. Мне нужно нормальное золото, я потом могу его к вам отнести? Конечно, в любое время приходите, наши оценщики вас грамотно обслужат, и все объяснят, все наши условия, акции, в любое время. Теперь про то, что берешь чужие, отдаешь свои. Но вообще-то, по сути, вы везде берете чужие. В смысле, нормальный человек берет чужие деньги на все. На покупку квартиры, на покупку транспорта, на покупку долбанного телевизора отдает своим. Но возникает резонный вопрос. А сколько и как отдавать? По сути событий мы отдаем многое. Но потихоньку, как я, например, к 30-летию решать можно все проблемы. Конечно, затем проблемы появляются вновь. Но ведь кольцо в любой ситуации решает и их. Возникает только один вопрос с нормальным ломбардом. Кстати, дешевле, чем этот ломбард, вы другого места и не найдете. Теперь вопрос ведь совсем другой. Оказывается, в ломбарде дешевле, чем где-либо, можно купить золото. Потому как нет наценки продавца. И, возможно, то, что кто-то когда-то носил, пригодится и вам. Так как ведь у золота, как и у денег, запаха-то нет. А также у нас в продаже имеются ювелирные изделия по доступным ценам. А еще вы можете прийти и оформить на любое понравившееся вам изделие, его оформить в рассрочку до 2-3 месяцев.
По всем интересующим вопросам звоните по телефону 22 21 21. И ведь не смысл в том, что кто-то сдает. Просто кому-то золото принесло очевидную выгоду. А зная, что на тот свет вы уйдете таким же, как и пришли, без одежды и без денег смысл становится очевидным. Вы должны их тратить. А если возникает мысля, как сподобить что-либо окружающим, то золото-то ведь ценится больше любой валюты. И смысл золота в этом. Так что же такое ломбарды? Во всем мире ломбард – это нормальное явление. Вы к нему обращаетесь, когда у вас кончились деньги, потому что у вас есть золото. И это было бы хорошо, потому как я вообще не совсем понимаю, что у нас в городе творится. То есть все пышет и растет, но в это время все куда-то затыхает. Так вот, если вы хотите, чтобы у вас все пыхтело и росло, то обращайтесь лучше ко мне, потому что за сумму определенную я вам сделаю. И все у вас будет просто великолепно. Вот. Что же касается этого ломбарда? Ну, во-первых, вы узнали про цены, да, и про проценты. Это самые низкие проценты в городе. То есть вы можете 100% принести сюда вещи, получить денежные средства, потом рано или поздно рассчитаться, забрать и денежные средства, и все будет, в принципе, нормально. Где это место находится? Место находится улица Калинина, 22, центр города. Вот. В чем ваша прелесть при работе с этим заведением? Вы даже можете свое золото, если что, здесь оставить. Взяли денежки, съездили куда-то, может быть, что-то купили, потом вернулись, получили кредит, взяли свое золото и обратно туда, вот, где гораздо проще.